Всем привет, привет, привет. Мамуля наша красотуля съездила в магазин, купила продукты на пенсию. В общем, посмотрим, что она взяла. На пенсию, какая пенсия? На пенсию. Ты же да, на конечно. Пенсию покупаешь. Пенсия далеко еще. Как раз. Далеко? Ага. Ну, которая уже не так. Ну, деньги пенсионные, пенсионные. Уже, да, уже потрать. 69,96 лучок у нас получается. За килограмм. 69,96. Да. Так, дальше у нас огурцы. Ценник огурцов, кстати, доступен. Сегодня 23 у нас марта. О, свежие. 2023 года, прям свежие. Огурцы по 189,96. Так, дальше у нас фарш. Куриный, смешанный. Да. Дальше. Вот такая сельдь. Ну, захотела я. Селёдочка. И все. Пресировать. Ну, захотела. Дальше салат с сельдью. Тоже, да, из морской капусты там с морковкой. Вот, захотела. Так, майонез. Да что ты? Ну, не говори тогда ничего. Молчу. Молчи. Молчу. Так, холодец домашний получается. Вот такой вот Степанов. Не прокашлялась мама Галина? Потому что ветер холодный. Ветер холодный. Замерзла я, да. Да, так, получается сливочный сыр вот такой. Не знаю, что производство. Ну, а то утром встанешь и жрать перекусить нечего. Так, зеленый горошек, вот такая банка, нет. Не знаю. Грина Рей. Была маленький, но маленьких там нет, пришлось такой брать. Как всегда, Махеев. Да, ну я взяла разные соусы, ты посмотри, угу. Это соус разные там. Это сливочно-чесночный. Килька в томатном соусе. Да, решила я купить две баночки, пусть лежат. Что хоть производитель-то? Да, Республика что? Крым, короче. Короче. В Крыму килька. Ну пусть. Давай второй пакет. Она их пить не просит. И пусть лежит тебе. Дальше. Так, что у нас еще тут? Грибочки. Так, грибы. Угу. Шампиньоны. Обыкновенные. Дальше. О. Палочки. Крабовые палочки. Палочки. Здесь у меня еще тут. А вот еще одни крабовые палочки. А что тут я что-то... А, нет, три соуса. Я знаю, что три соуса брала. Тысячу лет не брали крабовые палочки, кстати. Адрес Россия, Красноярск. Производитель Красноярский, короче. 1000 лет крабовые палочки. Так, соусы вот Цезарь я взяла пикантный. И сметанный с грибочками. Короче, да. По 200 грамм вот этого, Махеева с грибами, со сметаной, Цезарь. Дальше. Макфа. Угу. Обычные эти. Рожки, рожки. У нас называют рожки. В городе да. Киров называют рожки. А у нас рожки. Так, да, закусочка венгерская. Вот это название закрыть надо. Ухо режет. Так, что производитель-то? Я просила там продавца. Краснодарский край, короче. Да, состав Краснодарского прочитать. Края. Сметанку. Там у меня маленькая осталась. Сметана, завтра. Семенишна. Сметана уйдет завтра у меня. Наша местная. На, коречку купила. Ну ты так как будто даешь, как будто сынка один ее кушать будет. Ну так в основном сынка и будет. В основном сынка коречку и жрет. Мама купила корейку. Корейку. Почем за килограмм свиной корейки? Ну вот это кусочек на 253 рубля. Около 500 рублей. 500 рублей, короче, килограмм свиной корейки стоит на 23 марта 2023 года. А в республике Хакасия есть такая республика. Так, дальше что у нас получается? Это что такое? Закуска из папоротника. Да, потому что ее я не видела. Ее продают, привезли, ее хорошо берут, там несколько баночек осталось. Я решила попробовать. Ну, папоротник-то мы знаем, что это такое ели, а вот закусочку.
Так, а что производитель-то мы сейчас посмотрим? Да. Состав. Вот эту я не видел, лучше прочитаю. Папоротник, морковь, перец болгарский, помидоры, масло подсолнечное, соевый соус, сахар, соль, кориандр, перец красный молотый, перец черный молотый. Так, 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 производитель-то что? Чего? Где сделано-то? Ну, мелко там написано. О, Россия. Да. Край Красноярский, город Красноярск. Ну, во, наше местное. У нас недалеко. 156 рублей баночка вот эта стоит. Сколько она тут грамм? 156 рублей это банка. 156. Так, дальше. 350 грамм. 350. Масло крестьянское сливочное. А вроде я как, его беру. Вроде как с коровкой, но здесь ничего от коровки нету. Нет, ну почему я его всегда беру? Печень ментая. Обычно печень ментая, да. Она всегда горчит. Нет, я ее на салатик. Я на салатик взяла. Что производитель-то? Приморский край. Угу. Так, дальше еще вот одну такая. Тиречку взяла. Алексей, тут-то. Я возьму у тебя. Но. Что-то какая-то гому. Что за это бешенство? Вот это вот. Надо от этого вот так вот сделать. Ладно. Алексей, я возьму. Пусть фу, блин. Баночки потом надо будет. Откроем. Что производитель-то хоть-то производит-то? В Крыму сделано. Во. Короче, это тоже я вот на салат. И две банки. Также печень трески. Да, на салат. Печеночка. И горбуша. Горбуша, что производит? Тоже на салатик. Производство-то. Горбуша вот такая. Не знаю, что производство. Изготовитель, морские консервы. Короче, это Москва. Москва или изготавливает. Или Санкт-Петербург, или Москва. Москва. Да мне пойдет на салат. Ладно, короче, мама вот не прокашлялась. Короче, вот за это все я отдала трешку. 3000 плюс да, такси. Да, и 150 рублей такси. Туда-обратно по 75 рублей. Ну, это здесь, потому что она находится. Ладно, вот такие покупочки. Да, и что я купила? Пойдет на мамин канал. Канал да. Рецепты мудрой мамы на YouTube. Все, пока-пока. Пока-пока. Утренние покупки, еще не проспался, сын. Все, всем пока-пока. Да что ты, блин.